По инициативе Федерального агентства «Роспатриот-центр», Федерального агентства по делам молодежи, Российского движения школьников, Ассоциации волонтерских центров Российской Федерации, сегодня, 6 сентября, в 90 городах Российской Федерации одновременно в 10 часов утра стартует всероссийская акция «Уроки доброты». Эти уроки посвящены пропаганде волонтерства и добровольчества как движения, просветительской работе нашего волонтерского центра. На что они направлены и почему должны? Они направлены на ознакомление школьников, студентов, которые по возрасту еще являются школьниками, волонтерского движения не только в городе-герое Севастополе, но и во всей Российской Федерации. Ребята, которые придут, волонтеры нашего волонтерского центра, они будут сегодня в пилотных школах города-героя Севастополя по российскому движению школьников, это 45-я школа, и у студентов первого курса Севастопольского торгово-экономического техникума. Ребята придут в гости с лекциями, с презентацией, которая рассказывает о том, что такое добровольчество, как это понятие волонтерства и добровольчества появилось в Российской Федерации, сколько существует движение волонтеров Российской Федерации, о видах добровольчества. Проведут анкеты. Эти анкеты мы сегодня обработаем, и завтра к 8 часам утра все сводные данные мы подаем в Федеральное агентство по делам молодежи, в Роспатриот-центр и в Ассоциацию волонтерских центров России. Мы вообще, как крупный центр севастопольский, региональный, мы сотрудничаем с такими движениями, как «Волонтеры Победы». Это «Волонтеры 70», которые в позапрошлом году работали активно и в этом году. Мы работаем с общественной организацией «Российский Красный Крест» в городе Севастополе с региональным отделением. Мы работаем с молодежными общественными движениями, которые пропагандируют здоровый образ жизни, молодежную политику, с управлением по делам молодежи, сотрудничаем очень тесно. О работе волонтерской в этих направлениях мы расскажем. На сегодняшний день в составе нашего волонтерского центра 148 членов. Мы единственный волонтерский центр при техникуме, который принят в состав Ассоциации волонтерских центров Российской Федерации. Обычно в состав ассоциации входят крупные вузы, такие как Новосибирский университет, такие как Московский государственный университет. А для техникума, конкретно нашего, сделали исключение. Вот 9 февраля этого года на базе нашего учебного заведения был организован и создан волонтерский центр. К этому мы шли полтора года упорной совершенно работы. Во многих всероссийских акциях, форумах «Волонтеры Победы», «Волонтеры 70-летия Победы», «70+1», «Кросс-нации», «Ночью велокросс» был, «Встреча ветеранов» к 9 мая, все, что связано с волонтерским 9 мая. Сопровождение этих ветеранов по центру города. Нравится участвовать в практически во всех мероприятиях, где есть помощь. Не просто поговорить, объяснить, как все. Где есть помощь действительно людям, потому что если ты совершаешь добро людям, она возвращается к тебе.